От классической живописи до современных техник. Пейзажи, портреты, натюрморты – у каждой из 95 картин тема своя. В основе – индивидуальный подход к выражению своего видения привычных вещей. Каждому человеку близко очень прекрасное. И зайдя сюда, мне сначала показалось, что здесь слишком много всего разного и как будто бы иногда даже несопоставимого. Однако потом, делая второй уже круг, мы уже нашли какие-то другие вещи, другие оттенки. Поэтому, конечно, молодежь – это двигатель нашего общества. Искусство не терпит границ. На полотне художники выражаются через призму искусства так, как требует того душа. Для молодого творца выставка «Осенний вернисаж» – шаг к развитию, возможность поделиться плодами своего труда и получить отклик от аудитории. Мы хотим нашей молодежи через помочь через творчество, познать себя, чтобы они примножали, умножали традиции реалистического искусства и традиции вообще самого искусства. И приобщались к этому направлению. И мне кажется, важно, чтобы не только художники имели всегда возможность выразить себя не только в рамках выставок и холстов, но и на ткани всего города, но и чтобы город и молодежная политика в том числе давала вам максимальные возможности. Я надеюсь, что сегодняшняя выставка, она будет для вас выражением себя как творца, но при этом и дополнительным стимулом и поводом начать какую-то новую, интересную, яркую страницу своего творчества. Хоть она и молодежная выставка, но здесь представлены работы и мастеров с опытом. И, наверное, возможно, концептуально это даже правильно, когда наставники и ученики вместе представлены в одной экспозиции. Работы Лизы Фроловой – это такая династийная художница, и очень много-много других. Алексей Адамович и Кирилл Пастушенко продолжают уже в качестве наставников свою работу в Союзе. Это очень приятно, что Союз живет, и без, наверное, молодых художников не случается мастеров, которых мы здесь тоже видим. Перенять эстафету из рук опытных художников и найти свое место в профессиональном обществе. Поддерживают творческие начинания юных творцов молодежной секции регионального отделения Союза художников России уже 3 года, дабы дать самым смелым фантазиям шанс на воплощение.